Привет, привет. Всем здравствуйте. Чувствуется, сейчас будет очень жарко. Ну, давайте знакомимся. Как вас звать? Ширин Кусай. Если вы уже готовы, давайте мы не будем вас томить, а потом поговорим. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе не жить, дай это. Солнце мое вскрит. Можете сначала поставить? Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Я не понимаю этот минус. Ну, у меня со слухом проблемы, правда. Вот как-то так, да? Ничего, бывает. Это твои внутренние переживания. Ты уже начала сдаваться, выплывать. Ну, давайте по порядку. Реально, перед вами стоит человек больной по полной программе. Двойной конъюнктивит. Все тело в болячках. Еще и плюс к этому я заболела. Пока ждала здесь, вообще чуть не сдохла. Нормально так. Просто со срывом вышла. Это все. И еще плюс плохой слух. Отлично. Знаете, почему вам нажало X? Потому что вы вначале как бы не спели, вы как бы немного растерялись, музыку не слышали, и как бы это что-то вам мешало, поэтому. Чисто по вокальному мне очень понравилось. Мне нравится ее тембр, как она высокие ноты брала, и молодец. Ширин, у меня такой вопрос к вам. Если вы знаете, что у вас только минусов, зачем вы здесь? Зачем вы вышли на сцену? Раз вы знаете, что у вас только минусов. Так я выступала уже в таком состоянии. Выступаете? Вы думаете, сейчас выступили? Нет. Нет. Вы просто выходите показывать себя, зная, что вы не подготовлены, что у вас нету слуха, но при этом вы стоите на сцене. Надо же ответственность чувствовать, правильно? Уважение к зрителям. А не так, что вот вышла такая, а вот вы знаете, у меня, я знаю, что у меня нету слуха, у меня болезнь, у меня болячка, у меня вот это. Короче, я никакая. Это что? Это уважение к зрителям и к жюри? Нет, я не об этом говорю. Я пою эту песню в любом состоянии. Вы ее не спели. Сейчас я ее не спела. Это правда. Спасибо вам. На себя злиться не надо. Там. Чтобы уметь побеждать, надо уметь и проигрывать красиво. Конечно, я бы хотела дать ей шанс, и я говорю да. Мой ответ ясен, я говорю нет. Я тоже скажу тебе да. Пока я говорю нет. Тебе два да и два нет. К сожалению, ты не проходишь следующий тур. Спасибо всем. Чао, аривидерчи. Я просто, я возмущена, реально, она не уважает сцену. Это защита, это же защита. Она вышла,
и не попала. Она просто облажала. И у нее внутри там все началось. Ширин, но зато вся страна знает тебя. Не, не надо, пожалуйста, вырежьте меня. Нет, никого вырезать не будем. Ширин, на самом деле, ну тебе ли не знать, что иногда проигрыш гораздо лучше победы и дает больше опыта? Такой проигрыш? Нет. Позор, позор. Здрасте. Так, здрасте. Здрасте. Как дела? Ну, не очень. Как так? Только почему? Вот так, как сейчас выступал мой ребенок, и она не прошла. То есть, секунду, еще раз. Только что выступала Муратова Ясмина, и она моя дочь. Муратова Ясмина, ваша дочь? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня зовут Андриана Лариманга Сильвия, и я из города Ташкент. А как ваше настроение? Настроение? Что случилось? Поругалась? С кем-то? Ну, пока еще нет. Сейчас все будет. Пока еще нет, она планирует сейчас. Сейчас будет. У нее уже... У меня созрел план. Вы мне расскажете потом? Да, вы будете первые, кто об этом знает. А с чем вы к нам приехали? Я приехала к вам с песней «One and Only» Адели. Давайте. Мы вам удачи желаем. You've been on my mind. I go from me every day with myself in time. Just forget all your face. God only knows why it's taking me so long, so late. Ощущение было, что вы именно песней либо душили, либо созрел план у вас через песню. Только что выступала моя дочь, и она не прошла. И, конечно, серьезно? Это меня расстроило. Вы что, серьезно? Да. У вас такая дочь, у нее все впереди, вы знаете, вы поете. Она очень круто держится на сцене, она уверенная. То, что сегодня не прошло, это не значит, что все закончилось. Вы же сами понимаете. И у нее есть талант, у нее есть стержень. У нее есть я. У нее... Самое главное. Вот, вот. Остальное все приложится. А я прям на вас смотрю, думаю, что это серьезно. Прям по вашей песне было заметно. Просто вот, вот так вот кидали слова. Василия, вы очень понравились мне. Спасибо, спасибо вам за пение, за исполнение. Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо. Вы увели нас вот в какой-то другой мир. Спасибо вам. Ну, прекрасно, Сильвия. Вот мне понравился ваш тембр, но мне больше нравится, когда вы открытым голосом поете, а вот, вот это вот вы стараетесь делать вот эти хрипы, это как бы неестественно получается. Но мне нравится, я хочу вас поддержать. Спасибо большое. Было закрыто, понимаете, да? То есть не было вот этого потока, чтобы сказали, ух, верю. Но это нормальная реакция. Закрытость после того, что случилось, это нормально. Не, ну, но вы выходите, вы все должны оставлять за сценой, потому что это ваш выход. Сожалею, что вы не смогли раскрыться. И поэтому нет.
Да. Потому что вы сожалеете. То есть шанса вы мне не дали раскрыться, но вы очень об этом сожалеете. Я говорю, Андрея Лариманго, вам да. Спасибо. Спасибо. Я просто не вижу, что будет дальше. Поэтому я говорю нет. А вы не увидите, что будет дальше? Вы же нажали «нет». Конечно, нет. Ну, вы знаете, это все хорошо, это все прекрасно. Я очень хотела попасть на это шоу. Но на самом деле, я думаю, что мой ребенок хотел попасть на это шоу больше. Поэтому, если вдруг, я хотела бы вас спросить, если вдруг вы решите, что я прохожу дальше, можем мы поменяться с ней местами? Если нет, то, как говорится, даже если вы говорите мне «да», я предпочту уйти. У вас один голос «нет». Но я вам говорю «да», у вас три «да», один «нет». Вы переходите в следующий тур. Но вот по поводу обмена мест у нас, к сожалению, это невозможно, потому что вы сами прекрасно понимаете, что пока рано. Если бы был бы шанс, мы сказали бы «переходи». А мы вам сейчас даем шанс. Вам надо идти вперед самой, а за собой подтянуть ребенка. А останетесь вы у нас на проекте или вы решите уйти, это уже ваше решение. Спасибо большое. Такое впервые. Хорошо, что ей не дали пистолет. Нет, ну, слушай, ну нельзя да. Так, ты знаешь, давить, понимаешь, на жалость. Она не будет показывать, она уйдет сейчас. А? Она не будет участвовать. Она не вокалистка. Я поэтому и сказал, у вас там проблемы внутри. Это там даже не дочка там это. Видимо, там семейные дела. Рахмат, Рахмат. Атын кім? Атын Аликен Азарлбек. Вы готовы? Тогда начинайте. Жараткан берілген жағдайда Тайман бас, тайбас, ер қайда Жүрегі батыр тусын тұтар Мүрегі жалтыр сусын жұтар Жан қайда Қанаты сынса қайнардан Қара тер түшсі қайрадан Бек намысқа тұрар жігіт Мекенімде улам жігіт қайралған Тизгин алда, қайратың ташты дой, жүрегін солып маш ботой. Көкөй кесті жан дил алса, көкірек жазбай тизгин алда. Талашса темір тал шайнар, тарамыш балтыр жал шайнар. Елдің қырар життері ашыдар жүрегі. Бителге таш чайнар Үмітің өзің қолыңда Үзілбей дайым көзіне Мне очень было как бы чисто человечески вас жалко, потому что вы так покраснели. Это веревка, и как бы мы думали, что какая-то угроза вашей жизни, поэтому я вот чисто вот от жалости нажал эту кнопку, чтобы дальше не смотреть, как бы вам трудно этот гвоздь вытащить. Молодец, ну это самодеятельный номер. Да. Это же не профессионал. Я понял, он просто почему... хотел удивить нас, да? Нет, я хорошо знаю свои возможности. Я всегда показываю подобные вещи. Это было опасно для вашей жизни. Надеюсь, в следующий раз, если вы захотите что-то показать, вы будете более подходить к этому профессионально. Спасибо большое. Спасибо. Байке, ты хороший парень. Спасибо. Но, понимаешь, надо готовить программу. Просто типа я приеду, там головой забью гвоздь. Да, это круто. Но это, понимаешь... Это шоу талантов, это Central Ages. Зарлбек, вы молодец. Пришли и показали такой номер. Это, конечно, было очень опасно.
Преобразуйте этот номер, возьмите ассистента, в целом зрелищный номер. Ну, у нас 4 икса, это говорит о том, что он... Вообще-то я не нажимала, просто за меня нажали. Ну, хорошо. Поэтому я... Вы возмущены. Я возмущена. Вы хотите, чтобы мы опять это проголосовали? Ну, он же говорит, что он знает свои возможности. Говорит, он забил гвоздь, он сказал, что он вытащит, он был уверен. Хорошо, если бы мы досмотрели, и он упал бы, сознание потерял бы, вы бы успокоились бы тогда? Вот вопрос, мы не могли досмотреть этот номер, потому что он красный. И если да, бы он умер... он же не он первый раз этот номер показывает. Он говорит так, а мы же видим в на сцене, мы видим факт, что он краснеет, и он не отработал этот номер. Как мы будем досматривать? И пока он не умрет, будем смотреть этот номер? Да он не умер. Он бы умер. Он умер. Он знает свои возможности. Спасибо вам большое за участие. До свидания. Всего хорошего. Берегите себя, отработайте все свои номера. Всего хорошего. Ну так реально невозможно. Он был... Ну, давайте в следующий раз прекращайте нажимать за другого. Я, например, не хотела нажимать на него. А мы бы не остановили его, если бы нажали. Я бы сказала, нет, но я же не нажала. Просто я его номер и раньше видела. Он не умер бы. Просто он вытащил же гвоздь. Как тебя зовут? Лазис, неожиданно. А ты будешь показывать еще более неожиданно. Готов? Да. Волнуешься? Нет. Ты один? Да. Все, давай. Удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Абдул-Азиз. Сколько лет? 20. Что вы будете делать? Битбокс. Ну, мы готовы? Давайте. Начинайте. Ladies and gentlemen, how are you feeling tonight? My beatbox is coming. Let music. Абдул-Азиз, первое, я хочу вам задать вопрос. Зачем вы на этом проекте? Я хотел показать свой талант. Вы хотели показать свой талант, но... Скорее всего, битбокс с кавером. Битбокс с кавером. Второй вопрос. Кавер на какую песню? Я не поняла. Plain Jane. Импровизация. Понятно. Он просто переборщил, перемешал. Честно сказать, ваш талант я, конечно, ценю, но очень большой минус у вас – это вам надо будет не над собой работать, не над талантом, а над собой работать, если вы хотите продолжить творчество. Ну, давайте вердикт тогда. Алаудин. Да, спасибо за выступление. Абдул-Азиз Джон, я говорю вам нет, спасибо. Удачи. Ситора. Мой ответ ясен. Угу. У вас 3 нет, и вы не проходите на второй тур. Спасибо. Спасибо. Удачи вам.